Луковица лилия от гибрид лавон, лилия маутихайбрид лавон, хорошо приживаются в открытом грунте 4 зоны морозостойкости, могут зимовать под совсем небольшим укрытием. Окраска лепестков смешанная. В сердцевине – светло-зеленая звездочка, основа бело-желтая с красно-розовыми широкими крупными мазками от основания лепестка к середине. Пыльники большие, темно-коричневые. Диаметр цветка 14-18 см, высота растения – до 110 см. Декоративный многолетник с каждым годом вырастает выше и цветет обильнее. Пригоден для срезки, высадки в смешанных группах, оформления условного зонирования территории. Лилия от гибрид лавон – это многолетнее растение высотой 110 см. Лилия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания лилии прекрасно устроит открытый грунт. Цветы имеют слабый аромат. Цветок окрашен в светло-желтый с красно-розовыми мазками из центра и коричневыми пыльниками цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 14-18 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.